Сегодня у вас, уважаемые зрители, есть уникальная возможность увидеть, как реально в обычной жизни работает спецназ Росгвардии. Как они на протестных митингах дубинками работают, мы, конечно, все видели. В этом-то они профессионалы. Это-то они умеют. Как говорится, умеете, могете. Глава Росгвардии Виктор Золотов этой их работой очень доволен. Но мы-то сегодня увидим, как они в обычной жизни производят задержания. Значит, вот стоянка перед домом. Рядом сидит в засаде в газели спецназ Росгвардии. Следит за гражданином, хозяином вот этого автомобиля. Но преступники, как говорится, не стали дожидаться полиции. Но в спецназа Росгвардии так просто не уйдешь. Бойцы отправляются в погоню. Ну, дальше сами любуйтесь.